Всем добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня воскресенье. Мы сейчас со Светой едем в город, нам надо по делам по каким. Ну, потом расскажем, что это как. Сейчас она оденется и выйдет. Мы уже на автобус опаздываем. А она медленно одевается. Погода сегодня более-менее нормальная. А? Деньги-то еще надо? Но у меня 100 рублей есть на дорогу, мне как бы... Ну давай. Ты курицу не покупал? Ну хорошо. Что там Света не торопится? Мы сейчас на автобус опоздаем из-за нее. Сдолбала уже. Так что вот так вот, дорогие друзья. Ладно. Едем, едем, едем в город. Сейчас из-за Светы можем на автобус опоздать. Замучила уже. Не торопится нисколько. Ладно, поехали в город вместе с нами. Тайсон. Ладно, идем. Идем, 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 идем. А у нас были, видимо, дожди. Ну, ночью был дождь. Видите, какая лужа опять большая стала. Озеро целое. Сейчас специально мимо этой лужи пройду, чтобы показать поближе вам. Мы, по идее, всегда сразу дорогу переходим и вот там вот между деревьев проходим, чтобы нас не обрызгали ничего. Ну, а сейчас специально пройду, чтобы показать, какая тут лужа огромная. И представьте, дети, когда утром в школу идут, водители же не тормозят, и они обрызгивают иногда, бывает. Ну, многие тормозят, конечно, многие молодцы, а многие нет. Так что вот так вот. Ну, грязь тут вообще капитальная. Но водитель притормозил. Ладно, бежим на автобус, уже автобус стоит. Так, смотри, что тебе... А, подожди, на пружинке. Вот на пружинке. Вот. Тебе какие надо? Ой, подними, пожалуйста. Тебе надо такие интересные, красивые, но тут все в основном такие. Тут нет, как тут раз мы брали. А нет, есть ли что-то наподобие. Вот, ей бери. Эту? Да, желтую. Подожди, она зацепилась. Она зацеплена вместе с голубой. Видишь? Вот, желтую брать? Угу. Еще какую-то надо, нет? Подожди, да я ее положу. Там какая-то красная вон есть. Натягиваю. А, она не красная, она вот такая вот. Надо такую? Не, она с машинами. Это все остальные туда, ты все с машинами. Ну, все. Все тогда, пока одной хватит тебе. А это что такое? Конверты. Где? А, обычные конверты. Раскрашивать. Да, упражнение, тренажер по письму. Во, Марине надо такой. Слушай, классная штука. Я возьму? Угу. Маринки. Так, смотри, нам надо было ручки, карандаши. Те ручки, маркеры которые... тебе надо было, текстовые водители. Ну, вот есть. Они есть, три. Еще такие прям? Есть, вот такие, такие есть. Ну, смотри, сама какие. Ну, бери эти, они ручки. Да. Ну, давай. А ручки мне надо, помните. Вот те, которые шарики мы были. Это заказывали, ну, в такой штуке, они плохие. Да, вот. Я знаю уже. Очень, да. А если вот такие вот шариковые правильно, для правильного письма, вот такие вот возьму. Что-то ценник опять нет. А он у них перевернут по-другому, ценник 55 рублей. А, так это гель. Нет, шариковые. Просто ценник ой, не тот. Или ага. Нет, ценник просто, никак. Видимо. Ой, не надо снять просто и перевернуть. Давай я сделаю. На, делай. Ну это шариковые, а там написано гелевые, видишь? Ну, так они стоят рублей там это. Так, что еще надо? Клей? Карандаш. Вон такой возьми, мой Эрик Краузер. Или, а, нет, это не Эрик Краузер, это он тут такой. Так вот этот. Вот. Так он, смотри. А. По цене дороговато немножко. Что-то еще надо было. Я не помню, что.
корректор девочку. Корректор брали, ну вот тут вот по идее можно вот эти пиво два взять. Ластик точилка. Ластик точилка. Где? 5. А да, точилку нам надо было, но не такую. Я хочу на батарейках. Я не хочу такую. Так, из этого все вроде. Шампунь надо, но шампунь заканчивается. Давай я буду. Вот эту искать. Вот будем брать. Угу. Мы да. Тогда другую с тобой брали. Мы сделали брали. А это уже смятый. Да, смятый. Ну это что, для всех типов волос, по идее. Ну давай возьмем. Ну я там, по идее, на Валбере заказала. На Валбере заказала, по идее. А там посмотрим. И мыло надо было. Жидкое. Моющее средство надо было. Очень надо было еще. А тут моющего. Тут мыло в основном только есть. Тоник тебе не берешь себе? Нет, не только крем. Какой? Так бери его сразу. Я потом, потому что не буду же бегать 1000 раз. Так, мне надо было еще зубную пасту детскую. Здесь хорошие детские. А, ну он заяц 77. Не, я заказала, по идее, Ваньке. Должны прийти, ждем. Потому что у нас кроме Вани больше никто не пользуется. Такой. Пойдем вон здесь посмотрим. О, контейнеры маленькие привезли. Почему, интересно, они? А, нету ценника. 149. Это корзинка овальная 149. А эти почем? И вон такие хорошие привезли. Тоже ценников нету. Подожди. Ценников тут вообще нету. Крышка, коробка. А цен нету, как всегда. Так, мне на пакетики для завтрака. А тут пакетики для завтрака есть? Тут для мусора. А нам надо для завтрака. А складывать? Они маленькие, удобно укроп, для чего упаковывать на заморозку. Ладно, ходим по магазину. Зашли мы в Wildberries, забрали заказ, также зашли в FixPrice. Обзор FixPrice скоро будет на канале. Я надеюсь, что вам понравится, так как я решила снимать. Посмотрим, что из этого получится. Если понравится, то напишите обязательно в комментариях. Ну а мы сейчас пойдем в аптеку. Нам на бальзамы для губ для девчонок, потому что началась осень, и у них начали лопаться губы. Поэтому иду в аптеку за бальзамами. Все, приехали мы со Светой домой. Сейчас покажем все покупки, что взяли. В Сбербанк поехали по делам. Получилось так, что у них выходной. Хотя у них на сайте показывает, что суббота-воскресенье работают до 3. Блин, оказывается, они уже давно не работают до 3. Выходные у них суббота-воскресенье. Вообще не понимаю. Хоть бы обновили бы что-либо там. Ну ладно, завтра с утра придется мне самой ехать делать все. Так что вот так вот сейчас идем домой и делаем обзор покупочек. Все, дорогие друзья, приехали домой. Сейчас покажу все, что я купила. Поэтому, если интересно, оставайтесь. Ну, давайте начнем вот с этого. Это в магазине я беру печенье. Немного уценили. Вот где-то лом, где-то что. Мы будем делать с вами картошку. Девочки, тихо. Для этого я также купила сгущенку. А какао у меня есть, поэтому не стала брать. Дальше в этом же магазине взяла 3 литра молока и 1 литр кефира. И 2 булки хлеба. Потом в следующий магазин заходила. У мужа закончилась пена. Вот взяла самую такую дешевенькую пенку. Дальше, что я купила? 2 гигиенические помады. Это в этом же магазине, вот где пену брала. Дальше, так, это я вам показала. Заходила в аптеку. Что в аптеке взяла? Бальзамы. Вот такой бальзам с малиной.
потом бальзам с вишней, бальзам с клубникой и бальзам с дыней. Это по 50 рублей. Сейчас осень, и у девочек губы постоянно, и поэтому беру. И увидела там акция витамин С. При покупке 3 платишь как за 2. Взяла вот такие вот 3 упаковочки витамина С. Дальше. Заходили в Wildberries, забирали заказ. Нам, ученикам, некоторым надо флешки на урок. По информатике, да, по-моему, и по английскому там мы скачиваем. Я уже одну заказывала для Оксаны. Это вот для старших, по-моему, для Светы с Егором. Маше потом еще тоже будем заказывать. Я заказала, но еще не пришли все. Вот такие же заказала, но еще не пришли. И дальше. Маша как-то меня просила 3D-пазл, она на одном канале увидала. Говорит, мам, давай тоже закажем. Я говорю, ну давай, заказали разные. Вот этот вот 259, а этот 150 мы нашли, представляете? И мы сразу второй взяли. 3D-пазл, там обзор попозже сделаем, поэтому проходите, смотрите. Дальше, мы были в фикс-прайсе. Надо было нам клей-карандаш. Взяли пока один на пробу, такой мы ни разу не брали, один купили. Дальше купили ручки тоненькие, обычные, простые, потому что сказали младшим нельзя гелевые, да, Маша? Поэтому обычные вот такие вот взяли. Дальше корректоры. Корректоры нам постоянно нужны. У нас нынче только 3 купили, нам надо было еще... А, 2 даже купили. Вот купили. Дальше Свете сказали надо... На какой урок? На все почти, на текстовые водители. А только тебе другим не надо было? А то мы что-то только Свете взяли, а Егору? Ну ладно, факт то, что текстовый водитель вот такие вот мы выбрали, там хотя выбор большой. Дальше, мой любимый зеленый чай. У меня он вообще закончился, я его взяла 3 пачки. Дальше, вот такой вот шампунь. Мы тогда брали какую? Зеленую. Понравилось. В этот раз мы решили взять свежесть и мята, яблоко и мята получается. Для всех типов волос. Попробуем, скажем, как и что. Ну вот, такую вот взяли. А это, Света, даже не та шампунь. Смотри, название другое. Ну, факт то, что взяли на пробу. Дальше. Всегда берем фикс-прайс вот такой мед. Дети любят и с оладушками, и со чем угодно. Очень вкусный мед. Я полюбила вот такой лимон с имбирем. Очень, кстати, ребята, вкусные. Там натуральные кусочки фруктов, овощей. Овощей, хотел сказать. Имбирь попадается, лимон все кусочками прям. Знаете, как будто вот просто взяли лимон обычный и перемололи. Поэтому рекомендую, берите. Появился в фикс-прайсе. До этого не было, кстати. Дальше, Света, надо было ей тетрадку с кольцами. Вот такую вот взяли. И увидала я вот такую вот тетрадь. Это я взяла специально для Марины. Заниматься будем с ней. Мы в садик не ходим. А здесь вот как раз, видите, руку прописывают. Ну, хотя вот и Оксане тоже надо. Оксана очень плохо пишет. И вот такую для Мариночки мы будем с ней сидеть, заниматься. Тут, видите, ты пока еще маленький для такого. И будем с ней заниматься. Вот такая вот тетрадочка. Вот такие вот в целом были покупки. Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Сейчас будем скоро снимать обзор с Машенькой вот на эти, да, вишенки. А смотрите, вот это вот дешевая, это дорогая. Отличаются это коробки. Да, тут оранжевый, тут это красный. Это нет, ну сейчас откроем, посмотрим, сравнение сделаем. Если интересно, то оставайтесь. Ладно, вот такие вот покупки. Так, Маш, так вон тот возьми, если хочешь. Ну ладно, дорогие друзья, вот такие вот покупки. Сегодня Ильюша у меня едет домой. Ильюша, а тебе на помаду? Оксана, ты вишневый хочешь или клубнику, или малину? Вишневый. Илья, тебе надо гигиеничку? А, все понятно. Так что вот так вот. Тебе ничего не купили? Ванечку, ты обиделся, ему ничего не купили. Ванечка, я тебе печенек много купила, ты чего? Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего.